Александр Лукашенко принял с докладом вице-премьера и министра промышленности. В центре внимания были итоги и перспективы работы промышленной сферы как в текущем году, так и в предстоящей пятилетке. Особое внимание глава государства акцентировал на необходимости иметь не просто прогнозы, а четкие планы производства и поставок соответствующей продукции. Он поинтересовался, как ведется работа по поставкам в лизинг, и спросил, что в плане допуска белорусских предприятий к госзакупкам в Российской Федерации, как реализуются важные инвестиционные проекты в Беларуси. Продолжается активная застройка города-спутника столицы Смолевичей. В планах на ближайшее время 6 многоэтажек для нуждающихся в улучшении жилищных условий из столицы. Еще столько же домов получат и сами жители Смолевичей. При этом развивается и социальная инфраструктура, а инвесторы присматриваются к площадям под объекты торговли и сервиса. Уже в этом году добраться из столицы до Смолевичей можно будет быстро и комфортно. Трасса Р-53 в сторону города-спутника после реконструкции станет бетонной и широкополосной. Первые 5 километров уже готовы, на очереди еще 6. В белорусских регионах возрождают традиции рождественских святок. Это время добрых дел, когда принято веселиться, ходить в гости и коледовать. В Глубокском районе в старинных обрядах участвует и молодежь. Творческие коллективы разучивают старинные песни, которые исполняли на святки. Ряженых ждали в каждой семье. Считалось, что веселая компания отгоняет нечистую силу и приносит в дом благополучие на весь год. Коледовать принято с Рождества и до Крещения. Или, как говорили наши предки, от звезды и до воды.